сейчас идем в магазин Fix Price, там где все в принесли. У меня с собой 500 рублей, поэтому я не знаю, что я там буду покупать. Но я вам покажу, какие там есть классные прикольные вещички. Может быть, я потом еще попозже за ними приду. Сегодня у нас очень дождливая погода, и если меня не будет слышно из-за ветра, сразу не обижайтесь, не говорите, что плохой звук, потому что ветер я не могу убрать. Вот мы и подошли к Fix Price. Прикиньте, это же Орбизы. Эй, видите? Да, но это освежитель для воздуха. Вот. Классно, да, вообще? Что себе такое? Смотрите, какие я свечки нашла. Тут со вкусом ванили. Смотри, песок. Классно. Вот, еще тут с кофе. Лилия. Кофе. И розовенькая, хочу посмотреть. Это вишня. Розовая это вишня. Классно. Короче, свечки так вкусно пахнут. Прикиньте, котики, две таких наклейки, 50 рублей. Гляньте, какой я чехольчик нашла. Короче, сюда вот так телефон вставляешь ему в ручки, он держит. Вот это вот, это рай для меня. Вот это вот все, это блокноты. Это вот рай для меня. Вот этот спонжик, он вообще, он незаменимый для девушки. Вот эти конфетки, я их обожаю. Это самые лучшие конфетки. Мы уже вышли из Fix Price. Вот наши покупочки. Сейчас мы пойдем гулять по парку. И когда мы придем домой, я вас сделаю мини-обзор, все, что мы купили. Но я с вами ненадолго прощаюсь, увидимся у меня дома. В общем-то, наши планы изменились. Мы сейчас в Меге с Аней и ее сестрой. Поедем на паровозике по всей Меге. На паровозике мы сейчас идем за Старбаксом. Я себе купила Starbucks, я себе купила йогурт с персиком. Вот мой чек, 310 рублей. Сейчас я жду, мне еще его не принесли. Еще я хочу купить мармеладки с цитрусовым миксом, по-моему. Я вам потом покажу. Он у меня персиковый, я уже это сказала. Сейчас хочу попробовать. Он не пьется. В нем очень чувствуется персик и клубники немножко. В общем, я купила это цитрусовые фрукты. Это карамель. После покупок из Fix Price я попробую также вот эти конфеты и скажу вам, насколько они вкусные, и скажу, насколько они мне понравились по 10 баллочкам. А они уже вышли из Старбакса. Сейчас мы идем покупать Бен Бузл, чтобы снимать челлендж Бен Бузл. Логично.